Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня день у нас не совсем обычный. Мы словно расстаемся с веселым праздником Рождества Христова. Не навсегда, конечно, а лишь до будущего года. Но не будем грустить, ведь в нашей церкви ни один день не проходит без торжества. И вот завтра тоже торжество. Мы будем праздновать память одного великого святого. Великими мы обычно называем отважных полководцев, знаменитых ученых или художников. Тех, чье дело живет много-много лет. А вот в церкви великими называют таких святых людей, которые живо ощутили Бога в своих сердцах. И благодаря им небо стало ближе к земле. Вот таким и был святитель Василий. Великим его назвала сама церковь. Жил он в городе Кесарея Каппадокийская. Каппадокия называлась одна из областей Римской империи. Сейчас это центральная часть Турции. Суровые ее пейзажи, выжженная солнцем почва, до самого горизонта ни деревца, причудливые острые скалы, извилистые пещеры, уходящие глубоко под землю, целые подземные города. Кажется, ну что доброго может вырасти в этом диком и неприветливом краю? Но именно здесь, в 4 веке от Рождества Христова, Господь воспитал славную плеяду великих православных святителей. И святой Василий был среди них первым. В детстве и юности он очень любил учиться. Причем читал не только священное писание, но и книги древнегреческих мыслителей. Быстро окончил курс наук. Потом, после паломничества ко святым местам в Иерусалим, принял сан священника, а затем епископа. А что же здесь великого, спросите вы? Великое пришло потом, вскоре. Господь призвал святого Василия к очень важному служению – к защите святой церкви от еретиков ариан. Ариане – это последователи одного ученого-богослова по имени Арий. Они не признавали Иисуса Христа Сыном Божиим, а считали его самым обыкновенным человеком. И святой Василий защитил от них почти всю Малую Азию. А этот подвиг и вправду велик. Господь даровал ему и великую силу молитвы. Вот какой случай описывается в его житии. В городе Кесарии жила одна богатая женщина. Она не была праведницей. Но в один прекрасный день Бог коснулся ее холодного сердца. И она почувствовала всю тяжесть своих грехов. «Горе мне!» – взывала она в скорби. «Как стану я отвечать Богу?» Тогда решила она исповедать грехи за всю свою жизнь. Обливаясь слезами, припомнила все, что сделала от своей юности и до старости. Последним в списке оказался самый тяжкий ее грех. Она свернула бумагу в свиток, скрепила свинцовой печатью и направилась в церковь. По дороге она встретила архиепископа Василия. Он тоже шел в храм. Женщина бросилась ему в ноги. «Помилуй меня, святитель Божий!» – вскричала она. «Я согрешила больше всех!» И протянула ему свиток с грехами, но попросила не распечатывать его, а лишь помолиться о ее страждущей душе. Святой Василий всю ночь провел в молитве, а наутро отдал женщине запечатанный свиток. Та сняла печать, развернула его и увидела, что от ее записей не осталось и следа. Неизглаженным был только самый тяжелый ее грех. И опять бросилась она к святому Василию, но тот направил ее далеко в пустыню, в келью преподобного Ефрема Сирина. «Святой Ефрем помолится о тебе». Таково было его напутствие. Не один день
шла женщина по безлюдной местности и, наконец, добралась до кельи. Но что ответил ей преподобный Ефрем? Он повелел ей вернуться к святому Василию. Он умолил Бога о многих твоих грехах, тем более умолит и об одном. Женщина побрела назад. У городских ворот она встретила погребальную процессию. Это несли на кладбище святителя Василия, который отошел ко Господу, пока она была в пустыне. «Ужас!» – объял женщину. «Кто теперь очистит мой грех?» – воскликнула она. И в отчаянии бросила свиток к ногам архиепископа. Один из священников взял свиток, развернул его, и, о чудо, он был чист. Здесь ничего не написано. «Святитель Василий вымолил тебя», — сказал он женщине. Вот какой великой силой молитвы наделил Господь святого Василия. Вот почему церковь называет его великим. В память о своем служении он оставил нашей церкви чинно-последование божественной литургии. Ее всегда служат по воскресеньям в дни Великого Поста. Эту литургию будут служить и завтра. И тот, кто придет завтра в храм, сможет приобщиться к этому великому торжеству в честь великого столпа православия. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго, и храни вас Господь.